высаживаем флер, которую нам любезно вырастила Елена со своим супругом из города Ставрополя. Такая клубничка. Правда, я ее еще месяц назад забрал. Все это время мы подготавливали грядки. Ну и то видно, что корневая система развита хорошо. Она живая, она примется, это 100%. Сегодня натягиваем пленку и высаживаем. Садится она очень легко. Тут мальчик, которому 3 года, прекрасно справляется. Флёр от Елены из Ставрополя. Высаживали кассетной рассадой в конце августа. Видно, что уже она поделилась, цветоносы заложила. Принялась хорошо, что я у сына кидала. Вот они. Хранилось хорошо. Конечно, не без выпадов. Накрываем балаган. Так, и кого мы тут видим? Мохнатую гусеницу, совку, которая ест листик и тут же испражняется. Нашла вот такой кустик, который уже хорошо поделился, цветонос у него есть. И балуется на нем. И на тут поработала, тут, тут и вообще там. Немножко тут пришлось подкопать и откопали кустик. Хорошая корневая система. Цветоносы заложены. Видно, лист стареет. Собирается в спячку.